Ты выпала мне? Иридис, ты слышишь меня? Если мы будем падать из твоего недохила, я тебя заменю, зайду сам за Эрестродруида. Понял? Я просто о будущем говорю там всем. У меня было проблем потом. Ну, я думаю, ты даже без него захилит все. Не, это бред. Ну зачем? Извращение. Так, кто там солчата у нас? Одна шмотка с ЦЛК. Один токен, одна пушка с луча. А есть понятно, что еще раз? Одна шмотка со всего инста, один токен и одна пушка с луча. Напишите в РК, на кого вы ролите. Олег, поделись регами на баф. Что забываю купить. Осталось 44 штуки. У кого-то есть чувс? Слева мы поставили. Секунду, сейчас макросы выставлю. Я сколько уже лет, и, блин, маги все спрашиваю, зачем у кулак бафует. Гефестим, ты раздавал кресты? А, я всем каски раздавал, значит. Гефестим, раздавай кресты тогда. О, блин, сейчас спек на Сюретрика. Спек на баф. Ох, ты тут. Есть. По локам. То есть. Да. Ты подтвердили готовность. Макрос на пол. Давайте рост.
конец уже. Еще шипы. Прям шипы. Сейчас будет вихрь. На вихре стоим возле звездочки РДД, бьют босса, минут и шипы. Блин. Правильно, танки разошлись. Отбежали от ребра, встали звездочку. Я разбежал, он не пошел просто. Странно тогда. А он уже не бегает, кстати. Я... Даже с другими также все равно стоит на месте и дает. Захильте черепок. Череп слева. 12% хп у него, капец. Давайте играем шипы. Все в шипы сыграли, квадрат, луна. Хаба, ты очень далеко стоишь. Давайте под боссы встали. Все в шипы сыграли. Служа вышла. Давайте шипы добили, давайте боссу. Гляньте на следующий трэш. Фасилис, кстати, есть танк спек? Так, наручи на танка, на мейн. На оф. Господа, у кого-нибудь есть ДПС босса, пожалуйста, покажите. Не гоните этому господину лист ребра. Пояс. Пояс на РДД. Сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Смотрим ПГП. Хилы вроде здесь пуля. Попка ее уже. Тапки на рогу кота. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы нет, нет танк. А, у тебя другой. Выберите иной путь. Господина нет ничего возможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить. Тот, кто его откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить верой и правдой, достигнет таких высот. Нет, нельзя. Шмотки нов идут за КП. Жест, это я тебе пишу.
Так, у нас никто не умирал, давайте по тактике. Фасилис у тебя есть? Вижу, есть. Два БТК. Слева танчик трэш, справа протопал. Милики слева бьют трэш, справа РДД. Если кто-то не справляется с трэшем слева или справа, мы помогаем друг другу. Паладин, Гефестиум, кидаешь каплю с пула на кого-нибудь. Ланч жертвенности, следи, чтобы она всегда была на КД. На Фасилис, прожимай с пула антимагию, следи, чтобы тоже было на КД все время перед контролем. Сейчас снимаем баф от темной магии. А, вижу, не бафали? Ладно. У кого висит баф от темной магии, снимайте. Ставьте. Там ауры стоят. Теперь, когда кого-то кидает контроль, мы стопаем ауе дамаг. Просто контроль. Ничего мы не делаем. Чек на пул. Так, вторая фаза начнется. Напуливаем на протанчу. Следующий на полных Фасилис. Если не сложно, следите за стаками у танков. Если у одного танка 5 стаков, то, скорее всего, нужно напулить уже на следующего танка. Ты как зарядку делаешь? Раз, два и три. Локатары про три. Так, чек на пул. Так, макрос на пул. Как вы смеете вызывать в эти священные покои? Это место... Капли с пула, задопад с пула, антимаги. Ватив трэш. Играем все в трэш. Служим, уходим. Танк, который танчит этого Дарнована, подводи трэш. Трэш слейте. Слева трэш, два моба еще надо слить. Контрольте людей. Квадрат законтрольте. Отлично. Сложи, выходим. Так, опять вышел трэш. Играем в трэш. ДК, Фасилис, подводи трэш. Сейчас будет контроль. Слева больше дамаги. Хова, милики, если что, слева. Не справа. Слева милик добить. Давайте, милики, вы не будете дрочить, а бить трэш слева. Давайте, опять новый трэш вышел. Вышли с лужи. Ну, два ДК, вы будете танчить 4 моба, блин. Притягивайте быстрее. Контроль сейчас будет. Готовимся к контролю, стопаем ауе дамаг. Так, расконтролили. Трусы за контролю. Квадрат за контролю. Переводим босса на пул на протанчу. Диспельте всю фигню. Так. Появился новый трэш. Все в трэш слили. Ориентир звездочка. Гефестиум каплю слей. Так, сейчас выйдут духи. Мы будем пробегать от духов. Пробежали от духов. Уводи босса от духов. Контроль сейчас. Напуливаем на Фасилис. Так, расконтролили игроков. Квадрат в контроль. Уводи леди. Уводи леди. Никакого ауе контроля, ауе дамага. Все, играем дальше.
Испыльте следи дух. Давайте, в новый трэш вышли, за звездой пошли. Играем в трэш. Сейчас будет новый. Так, контроль смотрим. Квадрат законтролил. Луну законтролил. Не убейте квадрат. Стоп, а у я дамаг отбежали от духа Мелизоны. На пульте на протанчу. Посылись 5 стаков. Так, вышел трэш. Все в трэш. Идемте за звездой бить трэш. Обежали от духов. Ты. Так, опять духи. Вводи леди. Контролим людей. Контролим людей. Луну законтрольте. Обежали от духов. Диспельте магию тьмы. На что воля господина? Ваша смерть. Так, идем дальше. Бежно. Ант, надо? Да, надо. А лук надо? Ну, сойдет, можно. А чётки надо? Пас. Оттенки на милика. Так, у нас опять никто не умирал. Идем дальше. Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам! Эй, как дела? Пускай. Сейчас проверим тапки. На офспид тапки надо кому-то. Ага. Знает кто-то на полуострове адского пламени, короче, есть моб такой, сквернобот называется. Вы видите? Вот у него 104 тысячи хп, короче. Как думаете, с какого уровня его можно убить соло, короче? Он вроде 70-й. Ну, где-то с 70-го его можно убить. Какой-нибудь ретрик или ДК убивают. Ну, как-то товар.
74, короче. На него же квест какой-то есть, по-моему, да? Ну да, с него ключ падает. Был разрушенный зал. Вот там. Все прочее. Какой-то кулинарный дели. Ница в смятку. Если вдвоем, с какого уровня его можно загасить? С 68-го можно? Думаю, да. Буду бувик снимать. Да я только за. Там, короче, 64-й апнул уже. Винты вкачал, там 330. Корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! По счету, не знаю, сбился со счета. Чё, как-то быстро. Да, сейчас вот ну, другого же. От Red Dark Stars и не следует ожидать. Да, Red Dark Stars всегда один маг теперь. Кто там рулил тапки? Хередис, кто еще? Платный ты, Миша? Платный не Миша? Только не говори, что вот этого фулна тоже я брал, короче. Кортра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что! Давай, Трейта, дам, секунду. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети! Че, давайте холодец соло захилит. Он сейчас ванки будет. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. А, да, лут, давай. Мы посмотрим, что за лут там. А, это все равно никому не надо же, ладно. Идем тебе вниз. Кольцо какое? Сейчас. Первый на осколке. Он был бы в безопасности. Бак по шуму набахните. Блин, кормите за пару секунд добавил. Кто знает, волки шамана каким классом считаются? Умер бы я, вар. Выжил, мой сын остался. Ну вот я тоже так думал. А? Вары, вары они. Может, будет 3 хила. Хередис будет хил и ДЦ. Эти хорошо метки. Ну что ж, герои, хотите узнать? Сколько там добавил? 10. 8. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Где рост? Сергей, рост. Где рост? Да мы рады, что Венхи, он пока своих волков не вызовет, он рост хер даст, поэтому спасибо. Антон пальчиков рост, но не рост. 1.42 у Антона рост. А если мы вайпаемся здесь, накидываем ВГП тем, кто не был трэш. Земля на покрицу вашей кровью.
следующей пачкой вызову войска. Он, кстати, на тебе был. Они тебе его дали. Ну, я не попал. Иначе бы я варом каску сбил. Не, на нем был кулак, он даже сейчас висит. А, он про себя. Ну да, 27 минут. Потом скин закинешь. Наручи на мейн. Вот такая рога. Кот. Пулик. Смешно стало. Никому не надо. Тут и далее никому не надо. Защитник. Если никому не надо, можешь кинуть мой МДК. А хотя стоп. Не, они мне тоже не надо, они у меня, оказывается, есть. Прикольно. Ты пошли на гнилого. Сейчас я Вальку только запущу. Скажите, вместо токена можно шмотка? Или обязательно токен должен быть? Да не. Одна шмотка, один токен. Одна пуха сначала. Ну, в смысле, заменить токен шмоткой, нет? Не-не. Понял. А что тебе надо? Колеи и тапки? Не, мне этот жезл с гнилого нужен. На тапке там, на шею, на катушку, там всю эту хуйню никак не видит. Ну и пушки не нужны. Зачем тогда тебе шмотки роли? Не знаю. Кольцо совет хочет с меткостью, наверное. Нет, да, его не разрулили надо. Вещи с корабля, я забыл. Кому-то надо на мейн. Да. Нормальное кольцо, кстати. Кольцо СПД бисовое. Нормально, когда бисовое, кстати. Ты говоришь? Нормально, когда бисовое. Да, Элим, тебе он точно надо? Бисовое кольцо с совета, кажется, нет? Нет, с ребра. С ребра. А драгма ходил с совета. Сломан. Будешь его забирать? Он на ПВП тебе подойдет, так что... А, нет, это хотя на ПВП не подойдет. А кому он, кроме Шамы, идет? Колипал, маг. Кому еще? Сове. Да, сове. Ну тогда не так мало людей, кому надо. Южин, а ты его забираешь? Потому что это не бисовое кольцо, не ШП. Ничего не бисвы. Сейчас, подожди, я вспомню.
А, ну да. Ну давай, трейд отдам тебе все. Это не важно. Кольцо с мастерством кому-то надо? Силовое. На АДК. Угу. Если никому не надо, можешь мне дать. Каску еще обновите. Можешь мне тоже дать кольцо. А хотя не, не надо, у меня оно тоже есть. Да, потом. Ну ладно, что-то скучно. Black Orcs, у тебя есть микрофон? Давайте викторину, что ли, устроим. Можем повайпаться для веселья. Давайте слизней не будем диспелить, блядь. Давайте наоборот, на гнилом будем диспелить слизней, короче. Будет нормально, прикольно будет. Интересно будет, да? Давайте попробуем. Black Orcs, расскажи про гильдию. Сколько убиваете боссов там? Сколько людей? Дружественная атмосфера ли? Вы видели? У кота из рогов, короче, молния убила чумную блоху, короче. Я удивился. Не по... Они позавчера это гильдия убивали. Че? Кого? Кто какая? Вот это Ancient Gods? Да, там декан, по-моему, где. Прикольно. Давай тебе вонючку. А, Богдан, это ты в том РК сидел, да, с ними? Нет, то было не то. Так, а что за гильдия была? А, Liberty Squad. Блин, я их путаю. Давайте, прижимайтесь. Топор убить. Почему ты оскорбляешь гильдию? Ну что, ненормальные. Она самая добрая гильдия. Добрая? Угу. Ласками делится. Да. А чё не туда не пойдёшь-то? Там, наверное, много добрых людей. Так это не одна гильдия, которая мне фласки даёт. С камней не хожу, мне гильдия дают. Потом догоняют и ещё дают, да? Прикольно, наверное. Так, что у нас есть макрос? Давайте, вышел трэш, надо его заморозить. Так, ну шкаф, я в ловушке зайду. Спекусь лог. Ты первый по ПР? Ну не знаю, смотри, кто там врывается на перчатку. Татистан. Какой теперь? А, что-то около 40, наверное. А что ты хочешь забрать? Ну заходи тогда. Там если топору не нужны, то тогда да. Вот так спроси. Black Orcs. А, ну вот он пишет нужные, значит. Так, 39 ПР у тебя. А у этого Роги сколько? Сейчас я посмотрю. А, не, Роги там 34. Сейчас заходи обратно на демона. Не судьба.
Если не упадут перчаток. Black Orcs, ты умеешь стоять на дистанции? Хорошо, так. Три шипы на рейндж, хлопка, тюмен, ёжин. Black Orcs 4, папа 5, жест 6, килд 7, красотуля 8, капюшоночный 9. Вот эти люди выходят на рейндж. Видите, три кузни стоят в комнате. Похоже, там еще рядом бочки. Становитесь туда желательно по 3 человека и держите дистанцию. По 2. Потому что именно по 2, да? Именно там проходит граница между лужами. Так и будете просто перебегать между собой и все. А, давай так еще попробуем. Так, Black Orcs Хаба правильно. Капюшоныч Джест правильно. Ёжин Хопка правильно. Красотуля и этот Мень. Будете у входа стоять. Идите сюда, там где звездочка. Все бегут, 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 бегут. Так, чек на пол. Капюшоныч. Кулаки забафы. Сейчас забафы. Капюшоныч, только поставишь тотемы в центр и тотем на силу природы. Потом отбежишь туда, где стоял ранее. Чек на пол. Кулак. Сейчас дам кулак. Раз. Все, дал кулак по руль, по коту, по палу, макрос на пол пошел. Просто дайте. Просто. Так, уже смотрите, сова, уйди, ШП, дистанцию только держите. Бля. Пропадает лужа, забегайте обратно, где стояли, перебежали за спину. Лужа, смотрим. За спину перебежали, рейд. Ух-ка, подойди поближе к хилам. Походу, не достает хилить. Через 5 секунд будет большой слизень в мини-зоне. Так, большой, перебежали за спину. Чешки, прижимайте хилы. Смотрим, лужи новые. Захильте звездочку. Сейчас дам длань свободы на тебя, убегай. За спину перебежали. Сутка там стаков 2. Перебежали за спину. 3. На 5-м стаке ты взрыв, да? Шедемор, выходи на рейндж. Забирай большого, сейчас будет взрыв. Сейчас отбежим. Так, отбежали. Подбежали к стене. Жми сакру.
Все, кто стоял на РЖ, стоим, все там за спиной прибежали. Демон, выходи на рейндж. Идеален. Шип. Ламорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Объект. Шип ролили три человека с волчата. Кацуна Милика Токрит. Так, Пишон, покажи, какие у тебя трени. Может, кому объект нужен? А, я понял. Да, я капюшон на 6, в принципе, да. На холле приста нормальная 3. Да. Кого там бафать? Ханта, давайте ханта забафаем, чек на бафы. Метки сносим споры. Каску по ханту. Все, макрос пошел. На 9 стаках заберешь. На 9. Я 9 стаков выдерну. Угу. А если меня служит? А что тебя служит? Я захилю вас. С этим тогда точно лучше на 8 поменяйтесь. Не-не-не, я захилю. Я забираю тебя с 9. Я умираю. Он да? Опять на тебе. На тебе 10 стак бывает. А ты просто заряжать не можешь? Что? Просто, да не волнуйся, васап, если что, просто потом ГП танка. Или хила. Или хила. И войду конкретно. Ладно, забирай на 8 стаках у него. Просто всегда лучше на 8 забрать, на 9 это. Разве что там с какого-то мишки, чтобы он ДПС больше дал. Согласен. А бы выдержать, не выдержать, какая разница? Стаки никак не дамажат тебя. Там сам босс под тремя стаками. Просто посмотрим ДПС. Он хочет догнать этого рогу, который 19 по дамагу. 5,7. Я его так сейчас догоню. Какой был вообще ДПС? 300. На сутки. 320. Mm-hmm. Давай посмотрим сейчас, секунду. А, солчат-то были люди в топ-10? Помните? Не, я рогу не догоню, чего нет. Так, я дам мастера. А вот, если что. Ух ты, каплю тебе давать? Давай, не помешает. А, уже можно не давать. Уже дал каплю, мастер аур пожал. Нормально, захилили.
Куда ты? Зачем? Дамаж. Что ты делаешь? Ты споры там мечешься. Он ничего не сделает нам. Ага. Теперь я не там. Так, хаба надо, пояс. Да, да, надо, надо. Ага. Спасибо. На ДЦ, на мейн, на ОВ кому-то надо. Надо. Так. Капюшон, ты ставишь тотем на силу природы в центре постоянно. Потом Диарин, кидаешь проклятие косноязычие на зеленого слизня. Black Orcs. Ты знаешь силу проклятия косноязычие? У тебя есть на панели? Ты тут, Black Orcs. Проклятие косноязычие у тебя есть на панели? Скилл такой у Лока. Замедляет каст. Найди сейчас и выставь на панель. Нашел. Это важно. Отлично, нашел. Так, в идеале. Ты мы как на зеленого тебе говорил, да? Я уже забыл. Блэкорск. Да, не на зеленого, не на красного. Блэкорск кидаешь на красного проклятие косноязычие. Только сделай это до того момента, когда он начнет выбор цели. То есть он выливается уже. Ты сразу кидаешь проклятие. Ну, не надо объяснять, зачем это делать. Кушайте рыбу. Теперь все кастеры солчата. Если выходит зеленый слизень, мы набираем максимальную дистанцию от него. Не стоим на полпути, как кресты любят делать, там тучку потом прожать, если кинулась на цель. Так мы набираем максимальную дистанцию от зеленого слизня и ждем, пока зеленый слизень уберет цель. Только тогда начинаем его дамажить. Так. Гефестием, ты сможешь дать боб на первый переход, если это нужно будет? Тебе я на второй уже дал. Хорошо. Так. Мы будем стопать дамаг, ждать зеленого слизня. СС можно дать? СС. Ну давай. Давай такие ниши СС на Хередис, Black Orcs на Джеста. Все милики, если вас откидывает зеленый слизень на первой переходке, вы избегаете, ну и на второй, на первой переходке, на второй фазе, вы избегаетесь в РДД зону, не начинаете опять сбегаться к слизню. Проще будете смотреть за кружочками и бегать за милики. Чик на пол. В идеале ты кинул СС на кого-то? Да. Нахерелись, да? Да. Все. Тогда на джеста не будет. Все, пей стол. Прожимки оставляйте на переход. Маги, все остальные прожимки на переходку. Уже выходим, чему передаем и стакаем. Стопаем по профу. РДД максимальную дистанцию набрали. Все, стопайте. Стоп по профу, ждем зеленого слизня. Милики, становимся в кружок.
Семьям зеленого слизня. Операции. Мелики отбежали в РДД. Кружокчик отбежали, короче. Черви сбежались. Добили. Перевели босса. Офер передай чему. На ком сейчас будет зеленый дебаф. Подходим к столу. К столу отошли. Так, бьем по дебафу слизней. Сбежали с цели зеленого все. РД с красным тоже. Мисао, давай гидим на отхил. Отошли от красного, смена цели. Нормально, я на себя дал. Добейте зеленого быстрее. Так, Гефестин, ты будешь давать на второй переходке. От колба отошли сейчас. Колба сейчас появится. Дайте бафы по Эрдру. Что-то он умер. Так. Красный выходит. РДД в красную приключились уже. Колбы, пельмени, не забываем, отбегаем. Идем бить красного. Мелики отошли от колб, сейчас будут колбы. Пельмени отошли. Отошли от колб. Выпей лужу возле зеленого слизня, пожалуйста. Сейчас будет зеленый слизень. Так, максимальную дистанцию от зеленого слизня набрали, РВД. Все в зеленого сыграли. Встали в кружочек мелики. Сбежали с цели зеленого в кружок этот, в череп. Все, убили. Мелики не подходить к боссу колбы. Пельмени отбежали право-лево. Ждем, пока проф двинется. Ёжин, давай гимноману. Отец, ставь тотем. Стопнули по профу 5% до переходки. 4. От пельмени отбежали. Убиваем красного, переводим профа. Сыграли все в красного. 1%. Давайте быстрее. Не подбегайте, профы, сейчас будут колбы. Все, отбежали к селу, переводим профа. Колбы не забегаем, звезду стали. На ком зеленый дебаф, играем. Ой, на ком зеленый дебаф, отойдите к столу. Красный, начинайте бить красного. Ёжин побежал, давайте рост. Сбежали с цели зеленого. Хоп, какой гимн на хп. Гимн на хп, ой. Гефестим, готовься дать с, этот диван. О, не диван, а боб. А, уже не надо. Все, давайте все в зеленого влились. Сбежали с цели зеленого. Все, осталось самое простое. Бежали от колб велики. Ждем, пока проб выйдет. Так, 300 на БДК. Богдан, кинь маны, пожалуйста. Так, я буду таунтить тебе, если что, заберешь потом. Ну-ка, все, забирай. На мне один стак есть. Так, побью. Без дивана. Сейчас еще раз заберу. Так, забрал, на мне 2 стака перетаунчивай. Забирай на себя обратно. Стаунчу еще раз. Да уже не надо. Так, стаунтил еще раз, третий стак забирай. Так, хаба, включай ауру скорости, пришли на совет.
Поднимите лежуми. Коритель. Уже не покончу. Это Олег, я попросил тут БДК спикнуться, пока здесь танка. Я на минуту отойду, даже чуть меньше. Слушайте, мне тут покушать надо. Если они придут к свету, запуляйте босса сами. Держи добычу. Сириста. Да. Да, отец Игрец молодец. Перехилил. Переабсорбил ДЦ. Давайте Войд, кружок, Тюмень, звезда, хоп, трусы. Подходите пока. Давайте контроль. Это дерзкий тактик, да? БДК танчи большого и бить его. БВДК. Будет звезда, Тюмень, кружок, хопка, трусы.
подходите. Все, начинайте кастовать. БДК большого, бейте большого рейда. Залейте ману курсу. Кастуем приставов. Ёжин. Сбажен. Подожди, а чего холодец на мага зашел? Катушка, может, нужна? Марат, ты магом сейчас на совет идешь? Да, он же написал, что он на него заходит. Да я не читал. Тыкнись. А, у него КД. У тебя КД, Марат. Ты же вчера ходил со мной этим магом. Ты что, уже забыл? Давай заходи быстрее на шему. Ты в комнате с советом шаманом или нет? Обновите, пожалуйста, кулак. Кулак сейчас АФК что. Да у тебя 4 минуты хватит тебе. Все, погнали пулять. БДК 2, я... Глупые смертные. Ханс, пулевая на меня Талдерама и Рога то же самое. Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Доксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмещение. Гер, давай, шаман. А, маг, отойди подальше, пожалуйста. Там Талдерам побежал. Ну, я видел. Я устал.
Темная сфера сделала меня. Давайте только без АОЕ. Тускло упало. Вон воятель, бери топор вместо своего беспонтового топора. Так, масколки. Есть. Слышишь, топор. Вот этот вот топор беспонтовый. ЦРП убери. Те меткости нормально. Катушку рулите. Мьютила она без меня. Да, я думаю, да. Только друзья. Подождите, пока я разорву. Ну я портанулся дал. Хотя бы ассиста на меня. Видишь, шип и катушку только лучат рулить.